Okay, thank you. Yeah, no problem, no problem. Thank you. Так, приветствую всех. Фитнес 19. Заходим тренироваться. Сейчас небольшое видео засниму. Тут надо отмечаться. Вода для питья тут вся холодная. Для детей комната. О. Здесь мы Рената своего оставляли. Но сейчас мы его с собой не возим. Весы есть. Женский и мужской туалет. Тут у нас эти кардиотренажеры. Велосипеды всякие, дорожки. Олеся бегает. Ничего, что с такого ракурса снимаем. В общем, скажем, пару хорошо моих знакомых знают, что я хожу в спортзал. Ну так, не сказать, что прямо хожу. В общем, редко это бывает. Особенно в последнее время, как начал ездить на траке. Но до этого года, в 2014 году, я часто ходил. Абонемент у меня уже больше года в этом клубе. Тут нету ни бассейна, ни сауны, ни джакузи, короче, вот таких дел. Тут нету ни йоги, ни групповых занятий, тут такого нету. Но тут есть это, личный тренер можно взять. Так, насчет цены. В прошлом году я брал абонемент $370 где-то, в районе $370. Это на год, это на всю семью, это на меня, на Олесю и на Рената. А если так детально говорить, то $200 на меня, $100 на Олесю и $70 на Рената. Тут уже чисто для качков таких свободные веса с уклоном вниз, жим лежа, небольшие штанги. На траке ходить в спортзал нереально? Нет, реально, вот, хожу. Через день? Ну, не через день, но так. Нормально. Кстати, познакомился тут с Сергеем. Такой здоровый, накачанный парень. Привет. Продолжаю насчет цен. Скажем, если брать отдельный абонемент на месяц, только на месяц, он может быть стоить в районе $15. $9? Но там через день, кажется. Ну там вообще разные цены. Олеся говорит $9. Надо подойти и узнать. Hello, how are you? I'm good. New membership. They want $20 a month. For the all club status, you can go to any Fitness 19, or you could do a home club for $15.95. Getting started, there's different plans, but standard rate $96.85 out the door, and then from there automatic billing on the 15th of every month. Mm-hmm. So those are the options that we have. You could do a paid in advance, or you could do the month to month. Unlimited. Yeah. Unlimited. Mm-hmm. Any Fitness 19. You could be in the Bay, Southern California, out of state. Mm-hmm. You're all club. You could use any of those gyms. So not bad for $20 a month. Not Can bad. Can you do it for a little less price if not unlimited? A little less price home club, just $15.95, 3 days a week. $7 a month. $15.95, yeah? $15.95 to use the home club 7 days a week. Or you could do a 3-day package, and that's $7 a month. Okay, thank you. Yeah, no problem, no problem. Thank you. Сейчас обеденное время, в районе 12 обеда. В приоритете больше людей сейчас, люди пенсионного возраста. В Сакраменто есть, конечно, залы покруче и больше, в 10 раз. Там и бассейн есть, и джакузи, и сауны, все есть. И больше тренажеров, но там и дороже. Там в районе $40 в месяц. Тут, правда, душа нету. А может и есть, я не знаю. Хотя, навряд ли душ нету. Там раздевалочка небольшая есть. Итак, ребята, с вами был я, Даня Фитнес.
общем, это сегодня наш день такой был в тренажерном зале. Так что приходите в клуб. Если хотите меня увидеть, то из Сакраменто, я сюда сейчас буду ходить почаще. Так что встретимся здесь. Все, всем пока. Лайк за видео. Все, до новых встреч. Смотри, бабулька заходит. Кстати, много бабулек сегодня, да, было? У них обычно всегда были. Да? Да, забыл сказать, фитнес 19 находится на Ватагане.